В Бийске с Нового года выросла плата за школьное питание, причем комплексный обед подорожал сразу на 10 рублей, с 38 рублей за порцию до 48. При этом добавим, что стоимость своих блюд увеличил только один оператор школьного питания, а именно «Маяк», который на сегодняшний день обслуживает больше половины общеобразовательных учреждений города. В управлении образования Бийска нам рассказали, что ни о каком повышении цены школьного питания речи не было, просто кто-то перегнул палку. В одной из школ нам рассказали, что накануне они получили официальную бумагу с обоснованием стоимости. В частности, подорожание связано с тем, что увеличились закупочные цены и то, что порции стали больше. При этом два других оператора школьного питания, это «Большая перемена» и ООО «Школа», поднимать цены пока не стали. Вопросы с оплатой намерены обсудить на большом совещании, которое планируется провести уже на следующей неделе. А вот что касается неправомерного ценообразования со стороны комбината школьного питания «Маяк», то, как нас заверили в управлении образования Бийской мэрии, цены там, где они выросли, должны вернуться на прежний уровень.